самого худенького просто ставить на первое место, вот и все. Я Маша. Итак, уважаемые коллеги. Как вы все, наверное, поняли по почте, сегодня у нас была просто гонка. Достаточно быстро определились три кандидата, которые на победу, три фаворита. Даша Шевченко. Просто пончики. И Галя Малахова. Пончики в рамочку. Нет, это айпончик. Сейчас у нас момент, которого мы все ждали долго. Были большие переживания. И сейчас мы назовем победителя этого конкурса. Итак, третье место. Поощрительный приз в виде калорий. Достается Дарье Шевченко. Еще больше калорий. Приз достается Гале Малаховой, которая била на последнюю. Самое главное.